такое? Мы узнали еще 4 года назад, когда он только начался. Потому что мы всей семьей увлекаемся спортом, ведем активный образ жизни, бегаем, занимаемся триатлоном. Вот, но как-то с планами все время не совпадало. И в этом году твердо решили приехать. Вот мы здесь. У нас двое маленьких детей, и нам приходится с женой делиться забегами. Она выбрала вертикаль, а мне остался полумарафон. Методом исключения. Завтра я сижу с нашими детьми замечательно. У нас их двое. Карнавал, очень дочь просится. Она даже привезла с собой платье и корону. Она будет у нас в образе Эльзы бежать карнавал. А так вообще в рамках Iron Star существуют детские забеги, и старшая дочка, которой вот этим летом исполняется 4 года, уже дважды принимала участие, бегала свой километр. Даже с учетом времени, у нее есть официальное время, официальный зачет. Я думаю, что вертикаль однозначно сложная дистанция. Я уже поговорил с организаторами, посмотрел видео, которое подготовили, и выложили на сайт. Дай бог завтра получить ей удовольствие. Можно добавить легкий трейл. Я сам не фанат трейла, но я смотрю, что трейловое движение очень развивается, оно очень популярно среди бегового сообщества. И я думаю, что здесь как раз все условия для этого существуют, поэтому будем рады увидеть трейловый забег в следующем году.